Всем привет! Сейчас на обзоре у меня такие часики идут в такой упаковочке, коробочке, где, собственно, лежат сами часы. Часы я уже смотрел. Здесь была пленочка защитная. С обратной стороны здесь также была пленочка защитная. Ну, как видите, здесь имеются у нас надписи. Ну, с этой стороны что у нас есть? Дата, время, секунды. И секундомер. Секундомер рабочий. То есть нажимаем верхнюю кнопочку. Пошли стрелки. То есть остановили. Этой кнопочкой возврат на место. То есть вот такие часики. Ремешок металлический из нержавейки. Зацепляется, значит, таким образом. То есть здесь зацепляется и защелкивается. Разбирается в обратном порядке. Можно регулировать по всей длине. То есть, часы сами металлические. Здесь идет стекло, не пластмасса, а именно стекло уже. То есть, ну и регулируются часы тоже, соответственно, как обычно. Так что такие вот неплохие часики. Здесь идет визиточки. Здесь поролончик, снизу и здесь поролончик, вот снимается. То есть упаковка, в принципе, более чем хорошая. Часами на дороге ничего не случилось. Ну и на подарок или как-то так можно смело брать. Ну, все, спасибо за внимание.